Желаю всем зрителям телеканала «Киевская Русь» счастья и удачи в новом году. Разумеется, здоровья, потому что без него быть счастливыми достаточно сложно. Желаю окончания этой ужасной войны на Донбассе, потому что есть все-таки надежда, что определенные шаги к этому делаются. Как говорят китайцы, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Ну, есть ощущение, что этот первый шаг все-таки сделан действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Так что будьте здоровы, будьте счастливы, будьте богаты или, по крайней мере, обеспечены, тоже прямо скажу, потому что иногда стесняются говорить о деньгах. Ну, честно говоря, бедным людям тоже вот сложно быть счастливыми. Так что будьте обеспечены и всего-всего-всего наилучшего. Встретимся уже в скором времени.